спрашиваем, а где произошел взрыв позавчера? Они нам так-так показали, и мы идем только туда, только вот идем, и, короче, и сразу взрыв такой. Мы сразу как побежали, там уже осколки, уже дым сразу наверх пошел. И уже как бы начали побежать уже служба безопасности, вот так-так, и, ну, осколки были очень большие. Их аж собирали там, ставили. А сам беспилотник ты не видел, вот, то есть как он летит и вот это все? Беспилотник не особо. Да, его никто не видел вообще. Это не беспилотник, это дрон. Он влетел, то есть, он, я думаю, размером... Он влетел вот внутрь. Был. Ну, самое главное, это все железо, то есть стекла, это все можно починить в любом случае. Главное, если живы, здоровы. Беспокойно, но не страшно. Но беспокойно, да. Например, я сегодня думал о том, чтобы купить защитную пленку на стекло, ну, на окна, чтобы осколки не прилетели в квартиру. Например, когда первый раз дрон прилетел в Москву, это было в 5 остановках от меня, автобусно. Это отвратительная ситуация, когда на столицу что-то прилетает, где-то взрывается. Вот. И я еще раз говорю, что никто в этой ситуации не защищен, наверное, потому что мы же не знаем, куда что прилетит. Я чувствую себя в безопасности, я из Донецка, я считаю, это просто мелкий инцидент. Ну и у нас ежедневно происходит куча обстрелов, когда людей убивают. Здесь просто ночной инцидент, прилетел беспилотник, но он будет прилетать еще, я думаю, это не первый, не последний случай. К этому просто надо, ну, поменять отношение. Комментировать с экспертной точки зрения это могут и должны только военные. Действительно, угроза существует, она очевидна, но меры принимаются. Сегодня ночью киевский режим осуществил попытку террористической атаки с применением 3 полупогруженных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря. Кораблями военно-морского флота России, сопровождающими морской транспорт, все катера были своевременно обнаружены и уничтожены.